Приветствую вас! В Эвскор нас снова радует и с 18 марта запускает новую версию сайта новых возможностей Zendoja 4. Появляются новые способы выиграть, новые способы заработать. И если до Zendoja 4 у нас каждую неделю выигрывали по 25 человек в каждой бесплатной игре, то сейчас выигрывать будут тысячи. Те, кто в топ-25, как всегда, будут выигрывать гран-при. Те, кто с 26 по 500 место занимает по рангам, это те, кто набрал больше баллов, получают до 10 долларов приз. Те, кто находится в топе 1000, получают ускоренный билет, который позволяет прокрутить колесо Zendoja и выиграть. Или дополнительные очки, или крутые призы, или денежный приз. Zendoja Coin. Итак, возможностей с каждым разом WebScore дает все больше и больше. Мы знаем, что WebScore – это стартующая социальная сеть, и приглашаем мы сюда только друзей. Это закрытое сообщество для друзей. Нельзя открывать двери всем, это не проходной двор. Вы должны пригласить сюда только своих лучших друзей. Подробно мы будем узнавать здесь, на сайте. У каждого есть свой рабочий бесплатный кабинет. При входе вы видите информацию новую по Zendoja 4. Если вам удобнее читать на русском языке, нажмите на флаг России. Вам говорят, приготовьтесь к взрыву мозга, потому что это действительно намного лучше будет, действительно уникально. И WebScore постоянно обновляется. Вы можете зайти на сайт, а здесь все по-другому. Здесь снова новые возможности. И новые приключения вас здесь ждут. И новые деньги вас здесь ждут. Вас ждут и ваших друзей. Чтобы на сайте были только друзья, начиная с Zendoja 4 появляется зомби-полиция. Итак, на сайте создается зомби-полиция. Полиция нам говорит: мы здесь, чтобы построить процветающее сообщество для людей. Когда полиция обнаруживает слишком много нечеловеческого поведения, вас настигают штрафы. С вас убирают баллы. Вас штрафуют. Поэтому полиция предупреждает: не будьте зомбированы. Приглашайте только друзей. Только тех, с кем вы дружите. Не делайте рассылки по разным сайтам, откуда приходят все подряд. Не делайте из WebScore просто регистрационную площадку. За это вас накажут. Должны прийти те друзья, которым нравится быть в WebScore, которые здесь хотят и заработать, и пообщаться, которые следят за информацией, живут социальной жизнью в WebScore. У которых обязательно правильная регистрация, у которых обязательно заполнен профиль, у которых обязательно стоит своя фотография или уникальная картинка. Здесь процветающее сообщество для людей, для ваших друзей. И я вам сказала, новый способ выиграть. Вам дается ускоренный билет, если вы вошли в топ-1000. Вы в колесе, которое мы увидим скоро на сайте, будем выигрывать. Это такое волшебное колесо, которое позволит нам больше и больше выиграть. И смотрите еще какая уникальная возможность. Еще что предлагает нам Zendoja 4. Напоминаю, это тогда, когда стартует эта версия. Выбирайте благотворительную организацию из нашего списка и помогайте. Просто выигрывая или общаясь на Zendoja, то есть это наша платформа социальная, да, Zendoja называется. Вы можете выбрать, сколько пожертвовать, 25%, 50%, 75% или 100% от выигрыша. Чем больше вы отдаете, тем веселее игра. То есть появится какая-то возможность, на которой мы будем выигрывать и делиться этими призами со своими партнерами, помогать им. Как это в нюансах будет, мы все увидим на сайте. Новые возможности начнутся запускаться постепенно с 19 марта 2018 года. WebScore развивается. WebScore чудесен. Следите за моими видео.
Обязательно прошу, поставьте пальчик вверх. Пусть о нас узнают, пусть к нам придут люди. Это новейшая социальная сеть, которая покорит очень многих людей. Во-первых, это заработок без вложений, и это так будет всегда. И это площадка для истинных добрых друзей, которые хотят жить и процветать, и которые добры и позитивны.